Для конкурса дети читают стихи Булгакова Джанет, город Махачкала, Республика Дагестан. Стихотворение Расула Гамзатова «Вернулся я». Вернулся я спустя 100 лет из темноты на землю эту. Зажмурился, увидев свет, едва узнав свою планету. Вдруг слышу, шелестит трава, в ручье бежит вода живая. Я вас люблю, звучат слова, и светят, не устаревая. Тысячелетие прошло, на землю я вернулся снова. Все, что я помнил, замело песками времени иного. Но также меркнут звезд огни, узнав, что скоро солнце выйдет, а люди, как и в наши дни, влюбляются и ненавидят. Ушел я и вернулся вновь, оставив вечность за спиною. Мир изменился до основ, он весь пронизан новизной. Но все-таки зима бела, цветы в лугах мерцают сонно. Любовь осталась, как была, и прежнюю осталась ссора.